шпажные соревнования традиционно полны неожиданностей. Не обошлось без них и на чемпионате России. Анастасия Солдатова, начавшая турнир с двух поражений в группе, дошла до полуфинала, где ей предстояло встретиться с членом кадетской сборной Евгенией Жарковой. Для меня очень неудобная Женя. Я и проиграла на России юниорской. Ну, сейчас посмотрим, как отфехтуем в этот раз. На этот раз Солдатова взяла реванш и вышла в финал. Там ее ждал бой с опытнейшей Татьяной Лагуновой. Интересно, что Лагунова впервые стала чемпионкой России еще за год до рождения Солдатовой. Но в сегодняшнем финале это не имело никакого значения. Конечно, я не смотрю на возраст. Другие смотрят, пусть смотрят, мне не важно. В поединке молодости и опыта победа осталась за вторым. Лагунова стала семикратной чемпионкой России. И это абсолютный рекорд. А кто станет обладателем золотой медали в мужской шпаге, узнаем 15 апреля. Прямую трансляцию смотрите в 18:30 на Русфенсинг ТВ.